Сегодня в Киевском районном суде прошли судебные заседания по рассмотрению меры пресечения симферопольской пятерки. На судебное заседание впустили более 20 человек, 23 человека. Пришли поддержать своих друзей, родственников, братьев по вере не меньше 50 человек. Ребята себя чувствуют хорошо, они не сломлены, судьбой довольны. Судебное заседание использовали свои возможности как площадку для выражения своего мнения. Их держали за стеклом, они не могли нормально пообщаться даже со своими родственниками. Сегодня здесь собрались неравнодушные мусульмане для того, чтобы прийти поддержать своих братьев. Поэтому и Сальский регион не отстает от этого, и братья тоже собрались, потому что это беда. Беда всех мусульман, беда всей уммы, проблема всей уммы. Поэтому мы в этот месяц благословенный желаем провести его наилучшим и достойным образом, а братьям желаем, да, чтобы они запасались сабром и понимали, что это испытание для них на сегодняшний день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы приехали из Родникова поддержать наших братьев, которых держат. Без какой-либо причины, доказательств нет, ничего новенького нет. Просто держат в тюрьме и все. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет всем мусульманам, которые бедствуют сегодня в этом мире. Аминь. Ассаляму алейкум. Приехали из поселка Нижнегорского, город Симферополь, на судебное заседание, чтобы поддержать наших братьев из Симферополя. Желаем нашим братьям в этот благословенный месяц скорейшего освобождения. И их женам желаю терпения, что проявляли терпение, стойкость. Иншаллах, Аллах поможет и примет ваши молитвы. Алхамдулиллях, приехали вот сегодня на суд к братьям из города Бахчисарай. Ну, что сказать, да, все то же самое, что и на всех судах происходит. Можно сказать, спектакли. Этим братьям в этот благословенный месяц Рамадан я могу пожелать только, что, да, чтобы этот месяц был для них последним, как они сидят за этими решетками, да, незаконно осужденные. Хотелось бы, чтобы они праздники, Ураза Байрам и Курбан Байрам, чтобы они встречали уже с нами в наших рядах, с нами в мечетях. И также хочу попросить у Аллаха, да, чтобы Аллах укрепил сабр их женам, да, и дал им крепкий иман.